Очистить берег Волги и высадить деревья. Четвертый год подряд самарские активисты приезжают на остров Зелененький в Красноглинском районе города, чтобы провести традиционную экологическую акцию. Организаторами выступают Управление лесного хозяйства профильного департамента администрации города, Самарская школа Ектылык и региональное духовное управление мусульман Самарской области. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Всевышнего, говорил о том, что чистота есть половина веры. То есть чистота – это не только чистота тела, не чистота одежды, но и чистота места, где ты проживаешь, чистота, где ты молишься, в округе. Часто можно говорить, будь хорошим, будь там прилежным, будь умелым, еще что-то. Но если ты этого сам не делаешь, то уже как ты можешь говорить об этом, привлекать людей? Вот именно своими действиями человек именно показывает, и это и есть как бы привлечение, это и есть проповедь. В экологической акции ежегодно принимают участие представители национальных культурных объединений, общественные деятели, учащиеся, родители и сотрудники школы Ектылык. Для нас это не только экологическая акция, да, сколько собраться вместе с семьями, воспитание бережного отношения к природе нашего подрастающего поколения, общение между собой. На теплоходе мы тоже пока шли, провели викторину, мои молодые педагоги, загадки загадывали, стихи рассказывали, песни, на знание песен татарских. Это тоже сохранение нашей народной культуры. В этот раз собралось около 150 активистов, взрослые и дети. Они очищали прибрежную зону от мусора, который оставили после себя туристы. В основном бытовое, это вот то, что привозят, как бы это тара, то есть бутылки, разные пакеты выбрасывают. Разный крупногабаритный мусор также есть. Ну, в общем, всякого хватает. И также и стеклянные изделия, всякое. В основном пластиковые. Также эко-волонтеры высадили саженцы сосны обыкновенной. Мероприятие организовали при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Присоединились к активистам представители областной общественной палаты и регионального отделения Всероссийского экологического движения «Зеленая Россия». Они посвятили участников акции в «Зеленые пионеры». В «Зеленой России» есть такое направление, проект «Зеленые пионеры». То есть мы посвящаем не только детей, мы посвящаем всех желающих, кто неравнодушен относится к природе. Совместно с детьми на острове Зелененький высажено 300 саженцев сосны. Это очень важно для берега укрепления, для восстановления экосистемы острова Зелененький, который является одним из любимых мест посещения самарцев и, конечно, подвергается вот некому воздействию, урбанизации людей и требует к себе повышенного внимания. Очень важно, что именно дети принимают участие в уборке мусора, в посадке деревьев, потому что они, принимая участие, закладываются основы экологической культуры, и они ее несут дальше. Завершился праздник труда веселыми стартами для детей и совместным обедом. Для участников экологической акции приготовили плов, чай и сладкие угощения. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.